Ребят, всем привет! Время уже достаточно позднее. И вот сейчас попробую записать песню, хотя на гитаре сейчас сыграть как-то не очень хорошо, поздновато. Но написалась она прямо буквально сейчас. И решил не откладывать все это дело на потом. Вот посмотрим, что из этого получится. За исполнение, за голос, за дело вы сильно не ругайте, как вы знаете, особо его нет, но как есть. В окнах больших домов гаснет свет, люди ложатся спать. Ночью был дождь, а после рассвет. Кто-то проснется, а кто-то нет. Кто-то найдет дорогу в небеса. И с удивлением будет смотреть на нас, как бегаем мы туда-сюда. Забывая просто улыбаться. Ночью был дождь, уснули дома. Во сне прикасались люди друг к другу руками. А кто-то один, совершенно один, и дождь наполняет душу его своими речами. Раннее утро, еще можно поспать, любуясь кудрями любимой жены. Надежда на счастье, любовь, планы, мечты. В окнах больших домов зажигается свет. Кто-то найдет дорогу в небеса. И с удивлением будет смотреть на нас, как бегаем мы туда-сюда, забывая просто улыбаться. Кто-то проснулся, а кто-то ушел, зажигая для нас в небе звезду. Будет вечер, и снова дома уснут, а дождь для кого-то станет единственным другом. Кто-то найдет дорогу в небеса. И с удивлением будет смотреть на нас, сюда, забывая просто улыбаться. Ну вот так получилось, конечно, как обычно, записано нечисто, но как есть. Зато сразу
схода и, в принципе, почти без тренировок. Пока, ребята.